Good evening, 47. Прости, Джо в сделку не входил. Поклянись, что все, что ты сказал про цикад, правда. Зараза. Летя в гребаное небо, ты думал, что схватил судьбу за вертлявую жопу. Закончи то, что начал. Наша жизнь прекрасна, брат. Вот бы она не менялась. И никогда не меняла нас. I'm getting too old for this nonsense. Когда-то этот город лучился энергией, темный и опасный, но такой живой и прекрасный. Теперь он стал другим. Поначалу все менялось незаметно. Кто-то этого не заметил, а кто-то просто принял перемены. Они выбрали комфортную жизнь, другие нет. И те, кто не подчинился, были выброшены на обочину. Стали вне закона. Они наши клиенты. Мы называем себя бегущими. Мы существуем на грани реальности и ее блика. На грани отражений. Мы избегаем неприятностей, чужих глаз. И копы не сильно нас достают. Бегущие видят город иначе. Мы видим поток. Крыши превращаются в дороги и перекрестки. Ловушки и тупики. Пути к спасению. Поток заставляет нас бежать. Он же помогает нам выжить. Пора потренироваться, а, Фейс? Да, я знаю, ты этого не любишь. Но после того падения нужно восстановить форму, иначе в городе ты пропадешь. Да еще, ты же не в курсе. Как тебе эта новая площадка? Неплохо, правда? Селеста совершает свою обычную пробежку, поэтому повторяй все за ней, хорошо? Привет, Фейт. Снова в бой, а? Не думала, что так скоро тебя убьют. Мерк хочет, чтобы мы устроили спарринг, Фейт. Ну, ты его знаешь. Готова? Давай, начали. Ах!
Итак, Фейт, перейдем к обезоруживанию. Глядишь, пригодится. Фейт, если уж и лезешь в драку, то старайся отрезать их и разбираться по одному. Ладно, хватит тренировок, девочки, пора за работу. У Дрейка для тебя задание, Цел, он уже ждет. Фейт, дай мне знать, когда будешь готова к проверке. Пока, Фейт. Оценили твою болтовню. Но когда тебе надоест рисоваться, может, возьмешься за настоящую работу? Я шепну Целесте, чтобы она встретила тебя в условленном месте. Ты должна передать ей посылочку. Она будет ждать у антенны дальше по дороге. Эй, бросай сумку и подними руки так, чтобы... Смывайся оттуда! Ты серьезно влипла? Немедленно беги оттуда! Я подключаю Целесту. Цел, ты тут? Какого черта происходит? Я слышу выстрелы, да и птички стали слишком любопытны. Фейт уже рядом, приготовься. Впереди копы, ты должна прорваться через них. Двигай к Дрейке, к вам направляются еще копы. Давай же, Фейт, копы на хвосте. Эй, кидай мне сумку. Так, пакет у меня. Осторожней, они не шутят, Цел. Все путем. Черт, сваливаем! Ты должна уйти с этой крыши, Фейс. Плевать, как ты должна, давай! Повторите, офицер Коннорс! Направляюсь к Поупу, Роберту Поупу. Он заявлял о взломе на прошлой неделе.
56-я West Arland Drive. Сообщите лейтенанту Миллеру. Принято, офицер Коннорс. Коннорс, конец связи. Привет, сестренка. Ты там, малышка? Да, Мерк. Курю, сидишь и слушаешь их болтовню. Сам знаешь. Ты ж попробуй вздремнуть. У нас был тот еще денек. Постараюсь завтра узнать, что нашло на копов. Отчего у них пальцы на курках зачесались. Я заскочу попозже, хорошо? И не раздави пиццу. Мне нравится, когда она пышная. А, понятно. Пока, Мерк. Всем подразделениям прибыть на 56-ю West Arland Drive. Соблюдать осторожность. Мерк. На связи? Подключай канал, следи за мной. Почти на месте. Как решишь сообщить мне, где ты и что, черт побери, происходит, я весь внимание. Это моя сестра. Ладно, посмотрю, можно ли что-то выяснить. Погоди немного. Итак, Дрейк говорит, на Вест Арланд поднялся шум. Там офис Поупа. Туда-то нам и надо, но без глупостей, черт его знает, с чем ты столкнешься. Ты же знаешь, что он баллотируется в мэры? Наконец-то в городе появился хоть кто-то, способный очистить это болото. Яблоко в подарок. Кейт, что ты здесь делаешь? Что случилось? Это ты? Нет! Так ты его не узнаешь, да? А должна? Это Роберт. Роберт Поуп, папин приятель. Черт, тут Поуп! Он позвонил мне. Мы почти не общались с тех пор, как я стала копом. На прошлой неделе к нему вломились. Он ведь баллотируется. Ты не читаешь новости? Это уже не новости. Это реклама. Он избирался в мэры. Значит, взлом должен был сильно напугать его. Я тоже так подумала. Но вот что странно. Он рассказал мне о взломе, попросил прийти, а потом спросил о тебе. Я не видела его, наверное, лет 10. Как бы там ни было, он был еще жив, когда я приехала. Сидел за столом, что-то писал, а затем я отключилась. Когда пришла в себя, он был уже убит. Уверена, из моего же пистолета. У него на столе был ежедневник, он исчез. Не знаю, был ли кто-то еще в здании. Я оставила рацию в машине, даже не успела еще ничего сообщить. Ясно, пошли со мной, отведу тебя в безопасное место. Сейчас не время бежать, я не такая, как ты. Бегство только подтвердит мою вину. Думаешь, это случайность, Кейт? В этом городе нет места случайностям. Кто-то хотел убить его, а из тебя сделать козла отпущения. Помоги мне, Эйфи, пожалуйста. У тебя есть знакомые. Тут что-то очень серьезное. Что-то, о чем он знал, о чем хотел рассказать мне. Я не могу влезать в это, Кейт. Ты знаешь, чем я занимаюсь? Отлично. Я не могу. Копы на подходе, Фейт. Думаю, ты захочешь свалить оттуда через... Ага, сейчас. Я попробую, Кейт, окей? Если начнутся проблемы, найди лейтенанта Миллера, моего начальника. Расскажи ему все, что знаешь. Я серьезно, Фейт, они шутить не будут, ты понимаешь? Проваливай оттуда. Уходи! Спасибо за все. Убирайся из здания, Фейт, скорее! Спецназ сел тебе на хвост, Фейт, убирайся оттуда! Вперед! Уходи оттуда, Фейт! Thank you.
Ох, можно перевести дух. Черт, ничего себе. Не могу поверить, что Боб убит. Гадство, чертов город. Так ты знала его, да? Зато в этой ты умудрилась влезть в осиное гнездо. Иди к мосту на той стороне авеню, потом чешись в Центурион Плаза. Затем несколько машин с копами едут к тебе. У тебя мало времени. Они идут на перерез тебе, Фейс, прорвись через них, скорее! Ты должна пробиться к Владе, Фейс, есть один проход по туннелям, что перед тобой. Захни поглубже и продолжай бежать, Фейс! Понравится то, что у тебя за спиной, Фейн, держи темп. Путь с эстакады должен быть где-то впереди у Плазы. Крик будет на другой стороне, он выведет тебя. Фейн, давай-ка мы... Ну ты как? В порядке? Ты молодец, Фейт. Я еще не разобрался, от чего у копов зачесались пальцы на курках, но узнаю. Какого черта, Мерк? Что-то заставило кого-то напрячься, малышка. Я не знаю, что именно, но тут запахло жареным. Привет, Цел. Тяжело было от них оторваться. Не, копы не поймают и собственные задницы. Но у них появилась привычка палить во все подряд. Радио не затыкается про убийство Поупа. Копы бегают как ошпаренные. Что на них нашло? Наверное, кто-то вставил им пару пистонов. Ты осторожней там, Цел. Так отчего вся чехарда? Наша девочка увела улику с места преступления. Теперь, похоже, каждый коп в городе хочет поймать ее. Это та улика, что ты слямзила? Ага. Кажется, это слова из дневника. Все остальное пропало. Все, что я разобрала, это слова Икар и самой высоте. Икар — это грек какой-то, да? Точно. Его папаша смастерил пару крыльев из перьев и воска. Затем пацан подлетел слишком близко к солнцу. Нет крыльев, нет Икара. Если кто что-то и слышал, ты знаешь, кто это, Фейт. Да уж. Я знаю, что он уже не бегущий, но у него есть связи. Ты не можешь избегать его вечно. Поспорим? Ты о ком? Джек Найф. Дрейк засек, где спрятался Джек Найф. Он на одной из крыш, на бывшей тренировочной площадке бегущих возле дождевого коллектора. Правда, там все кишит копами. Следуй по каналу к Хэмптон Таун. Шевелись. Я знаю, зачем ты пришла, детка. Лучше скажи, как Икар связан с убийством Поупа, Джек. Я слышал, это все копы. Значит, и ослышался. Тебе нравится борьба, Фейт? Поуп был фанатом, серьезным. Он даже взял бывшего борца себе как личного охранника. Трэвиса Барфилда. Когда-то тот выступал под именем Роббер. А мне-то что с того? Роббер, ну, он обычный головорез, которому улыбнулась удача. Но иногда люди забывают, где их место. Всегда пытаются заплыть поглубже. Не думай, что есть рыба и покрупней. На твоем месте я бы хорошенько расспросил этот кусок дерьма. Удачной охоты, Фейти. Слушай, не уверен, что стоит идти к этому Робберну. Хочу навестить Миллера.
Фейт, что ты делаешь? А Джек Найт ему расскажешь? Не сейчас. Он коп. Что бы ни говорила Кейт. Видишь его? Да. Он идет к своей машине. Лейтенант Миллер? Я Фейт. Кейт моя сестра. Не знал, что у нее есть сестра. Мы не любим говорить о семье. Она просила найти вас, если дела пойдут скверно. Ее арестовали. А ты, случайно, не та подозреваемая, которая скрылась с места преступления? У меня проблемы с памятью, когда на меня наставлен пистолет. Я знаю, чего от тебя ждать. Вы в курсе, что ее подставили? Я знаю, Кейт не способна на такое. Но у моего капитана к ней есть несколько серьезных вопросов. А сам я не могу даже увидеться с ней. Вам что-то известно о штуке, называемой Икар? О чем? Он упоминается здесь. Это было в руке Поупа. Думаю, это из его дневника. Ты забрала улику? Кейт, вся моя семья. Копы в тюрьме долго не живут. Если ее посадят, это будет то же самое, что смертный приговор. Я не буду тебе мешать. Я многим обязан, Кейт. Но есть люди, для которых ты проблема, и тут я не в силах помочь. Тебе придется быстро бегать. В этом мне нет равных. Парфилд Интернешнл Шиппинг возле метро Райдин Парк. Там должен быть большой щит наверху здания, ориентируйся на него. Слушай, я как-то видел бой Роуперна, он сломал руку своему сопернику, а потом и судью размазал по рингу. Если Роупер действительно замешан в убийстве Поупа и подставил Кейт, он будет драться, а не болтать. Я просто делаю то, что мне велено. Да, хорошо. Я не знаю, что тебе сказать. Я все уладил. И мне не один ты приказываешь. Они хотели, чтобы мы преподнесли ее копам на блюдечке. Да, да. Ну так в тюрьме оказались вы со всей вашей шоплой. Разбирайся с ними сам. Пара дней еще закончится. А эти газеты с их заголовками отправят на свалку. Ладно тебе. Эта сучка не протянет долго. Как и остальные, так? С твоим драгоценным проектом, Икар, все будет в порядке, не ссы. Слушай, встретимся в этом новом месте на Рейнольдс-стрит. Завтра, в 4 дня. Окей? И не трясись, здание еще не достроено, никого там нет. Если подняться выше улицы... Все, до встречи. И не приводи своих дружков. Ясно. Отлично. Все, пойду чего-нибудь перекушу с моими габаритами. Всегда нужна энергия. Сам понимаешь. Так значит, Роуберн что-то знал, а? Интересно, с кем это он встречается. Слушай, сбрасывай копов в хвоста и возвращайся на базу. Придумаем, как бы и тебе устроить встречу. Внимание, засел копов, движется к тебе. Должно быть, ты запустил скрытую сигнализацию. Убирайся, быстро! Здесь Дрейк обустроил себе берлогу. Дуй с краном, а я буду корректировать твой маршрут по дороге. Передай кое-что Миллеру. Мне надо с ним снова встретиться. Черт! Я получил твое сообщение. Я следила за Роуберном. За кем? За Тревисом Барфилдом, главой безопасности Поупа. Думаешь, он убил Поупа? Возможно. И он точно подставил Кейт, и в его планах было, чтобы погорел кто-то из копов. Я слышала, он упоминал проект Икар.
Барфилд очень опасен, Фейт. Тебе не стоит с ним связываться. Подставив мою сестру. Извини, Фейт. За что? За все. Я тоже не хочу, чтобы Кейт пострадала. Но у нас объявилась одна частная охранная фирма, здорово все осложнившая. Для поддержки порядка, как они говорят. Они просто дышат нам в затылок, выжидая, чтобы мы облажались. И они отстанут от нас и от Кейт, только если я выдам... Меня? Да. Сейчас для меня важна только Кейт. Поэтому я собираюсь отпустить тебя, а ты... Но если ты еще хоть раз наставишь на меня пушку, я тебя убью. А сейчас, как мне кажется, я оказываю городу услугу. Вижу птичку, летит к месту встречи, которую называл Роберт. Ты думаешь, это приятель Роуберна? Могу ошибаться, но похоже на копов. Да и многие ли могут заполучить в свои лапы вертолет в этом городе? Немногие. Эй, лучше поторопись, если хочешь достать их. И держись подальше от улиц, вокруг полно копов. Миллер? Вот гад! Ты серьезно? Как чувствовала, что копам нельзя доверять. Так он с Роуберном заодно. Спорю, он участвует в этом икаре. Посмотрим, что мне расскажет о Попе и Кейт. Лучше начинай говорить. Я вижу, как вспотели твои ладони. Ты подставил Кейт Коннорс, так? Чёртова тварь! Нужен был именно коп, да? Ты ни хрена не услышишь! Кто пришил Поупа, ты? Нет! Я нанял одного... Кто? Профессионала! Я встречаюсь с ними завтра в 2 дня. Атриум галереи в центре. Ты сразу их узнаешь. И что за дела с Миллером? А ты любишь совать нос куда не следует? Вытащи меня. Осторожно, Пейт. Только учуди что-нибудь, мигом сброшу. Понял, понял. Черт, Мерк, тут кто-то стреляет. Они шлепнули Роуберна. Какого? Конец вечеринки, копы на подходе. Пейт, сваливай оттуда. Выходит, Джек Нейпу заплатили, чтобы он натравил тебя на Роуберна. Интересно, кто за всем этим стоит? Усиливаю твой сигнал. Попробуй пробраться через... Дерьмо, копы тормозят все поезда в туннеле. Сзади приближается еще один. Убирайся оттуда. Работа, малышка, нет слов. Но если будут какие-то проблемы, целятся сейчас рядом. Ты можешь прийти на помощь? К чему ты клонишь? Убийца. И что? Это убийца Поупа. Он будет завтра в галерее Нью-Эдем. Хочу встретиться с ним. Фейт, зачем тебе это? Это не твоя драка. Ну, не знаю, заляг на время на дно. Когда я была ребенком, я не замечала, что происходит со старым городом. Мои родители замечали.
И они считали, что им есть что защищать. Мама и папа были друзьями Поуп. Организовывали протесты, давили на мэра, таскали меня с сестрой на митинги. Тогда я не понимала, зачем. Какой в этом был смысл? Мерк сказал, твоя мама умерла. Ее убили во время городских погромов, в который перерос один из маршей. Ничего себе! Потом все пошло наперекосяк. Папа так и не простил себя, а я... В общем, вскоре я сбежала из дома. Наверное, я тоже не могла его простить. И тогда ты встретила Мерка? Он поймал меня, когда я влезла в его нору. Да ну, он никогда не рассказывал. Он предложил мне стать бегущей, казалось, это был шанс уйти с улиц. Больше все равно нечего было делать. То, что ты сейчас делаешь, Фейт, это верный способ нарваться на пулю. Они втянули в это мою сестру Цел. Я должна очистить ее имя. Я ей многим обязана. И я выживу. У меня это неплохо получается. Выжить этого мало. Надо еще обустроить и саму жизнь. Эй, не хочешь пойти со мной завтра? Мне пригодится твоя помощь. Не могу. Дрейк нагрузил меня работой и говорит, что я расслабилась. Слушай, мне уже пора. Ладно, скоро кому-то снова захочется пострелять в меня. Давай, пока. Фейт. Удачи. Галерея Нью-Эдем должна быть впереди. Только будь осторожна, мэр Каллаган проводит встречу с избирателями в нескольких кварталах оттуда, и все дороги будут перекрыты полицией. Роуберн планировал встретиться со своими дружками в Атриуме, да? Ну вот он, Атриум, прямо перед тобой. Чёртова рация входит в шум, уходи немедленно! Думаешь, Роберт подставил тебя? Вот она! О, Фейт, они притащили пулеметы. Еще одна дверь, и ты сможешь убраться отсюда! Похоже, наш маленький приятель вернулся. Думаешь, он убийца? Я не знаю, но думаю, найду того, кто в курсе дел. Эй, Фейтель! Как мило, что ты решила заглянуть. После небольшой стимуляции Роуберн разговорился. И поведал о встрече, назначенной с убийцей Поупа в торговой галерее. И ты думаешь, это я, да? Но когда я туда добралась, угадай, кто меня ждал. Без понятия, Фейт. Я туда хожу только за пирожными. Сильно разозленные копы. Ты случайно не знаешь ничего об этом, а? Нет, Фейти. Это был не я. Вообще, если бы я хотел твоей смерти, я бы просто убил тебя сам. Не думаешь так? Ты прав. Тупица вроде тебя не смог бы организовать все это. Ну, не надо быть бу. Роуберн мертв. Не думай, что есть рыба и покрупней. Это не я. Он возглавлял охрану Поупа целых 5 лет. О, это я давно знаю, Мерк. А толку? Все как и раньше. Но, боюсь, я вынужден закончить нашу неожиданную встречу. Куча дел. Сама понимаешь. Постарайся, чтобы тебя не шлёпнули. Мерк, можешь не притворяться, что ты не подслушивал. Как дела? Поищешь что-то на Пиранделла Крюгер Секьюрити? Момент. Зачем тебе? Видела название этой конторы. Когда была в офисе Роуберна. И кое-где еще. Броский логотип. Нашел что-нибудь? Только то, что ожидал. Сигнализации, заборы, бронированные машины, частная охрана. Они делают мир безопасным, наверное. Где они базируются? Несколько офисов по городу и новый офис в районе доков. С
сбрось мне адресок. Хочу наведаться в гости. Направляйся к зданию со знаком большой дурацкой собаки. Войдешь через погрузочный док. Не думай, что я не сообщу, кому надо, кто он и любители. Ты должно быть уже рядом со станцией ПК. Думаю, я нашла нервный узел, Мерк. Похоже на тренажерный зал. Дрейк? И чему же их тренируют? Можно подумать, в городе есть что-то, что еще не задавлено налогом, запрещено или взято под контроль. Что еще осталось? Мы. Мерк, доставай свою пушку. Ты же знаешь, она всегда рядом, а что? Все это тренажерный зал, Мерк. Этот проект ИКАР. Пиранделла Крюгер создан не для усиления полиции. Их натаскивают. Для охоты на нас, на бегущих. У тебя там все тихо? Тихо, как в могиле, только я, пара птичек, да лучше на черном рынке железа. Это он? Он? Парень, которого я видела в торговом центре. Только что мелькнул на мониторе на палубе корабля в доке. Слушай, ты уже достаточно сделала, оставаться здесь лезть на рожон, так что уноси отсюда свою драгоценную попку. Рации полный кавардак. Копы узнали, что ты здесь. Уходи оттуда. О, черт! Хорошая работа. Слушай, я попытаюсь разнюхать сети что-то об этом Икаре. Предупреди других бегущих. Хорошо. Хочу потолковать с этим парнем. Лезть на амбразуры, малышка. Это он убил Поупа, Мерк. Думаю, там может оказаться очень жарко. Да и пытаться пробраться на лодку своим ходом тоже слишком рискованно. Тебя точно засекут. Надо найти способ прокрасться незаметно. На кой черт им корабль? Без понятия. Может, оружие перевозят, но он как-то связан с этим Икаром. Слушай, иди сразу к палубе. Ты же там видела этого парня? Как только найдешь его, вытрясни из паскудника все ответы и сваливай. Это место просто логово копов, так что будь готова к драке. Суд над Терри Скоромс состоит уже в ближайшие несколько часов. Как обычно, сети iNews будут первыми освещать это событие. Дрейк говорит, в твоем районе есть кто-то из бегущих. Сообщает, что на корабле куча народу, но вроде как он видел нашу белоснежку на верхней палубе. И постарайся подобраться к ним. Время получить ответы.
не тормози! Я пыталась тебя предупредить. Мне жаль. Тебе не стоило во все это лезть, Фейт. Оставить все, как ты оставила свою семью. С бегущими покончено. И Кар — это только начало. А я хочу жить, Фейт. Не просто выживать. Почему Пол? Его компания пользовалась поддержкой, но он совершил глупость. Стал угрожать не тем людям. Очень серьезным людям. Он узнал об Икаре. Вот почему тебя послали убить его. Выбора не было. Мне жаль насчет Кейт. Не знала, что она твоя. Даже не спрашивай, окей? Я услышал все, что надо, малышка. Слушай, Крик говорит, что Кейт только что осудили. Что уже? Чудеса программы быстрого правосудия. Ее признали виновной. Естественно, признали. Конвой повезет ее в тюрьму менее чем через час. Дрейк спрятал для тебя винтовку возле здания ССС. Сейчас набросаю маршрут. Все, выдвигайся. Видишь винтовку? Хватай ее и держи конвой в поле зрения. Придумай что-то, чтобы остановить его. Я подключаю тебя к их каналу связи. Конвой Коннорс, какая обстановка? Прием! У нас все окей. Будь чист. Кейт. Кейт. Фейт? Тише. Фейти, я не верю, что ты сделала все это. Я кое-чем тебе обязана, Кейт. Вот, возьми. Это Мерк, он друг. Он выведет тебя отсюда. А я пока отвлеку копов. Я обязательно вернусь к тебе, хорошо? О, боже. Мерк. Я не мог остановить всех их. Они забрали Кейт. Но я пришил нескольких ублюдков. Куда они ушли? Слышал, как они упомянули Шард. Башня мэра?
Да. Черт, Мэрк, я позову на помощь доктора. Это не поможет. Мне жаль, Мэрк. Мне жаль. Нет, не надо сопли. Только не позволим победить. Обещаю, Мэрк. Я обещаю. Спасибо, детка. Хорошая работа. Обыскать ее. Меня тоже пристрелишь? Нет. Пока что ты единственная надежда, Кейт. Разве это были не твои парни? Нет, это ПК. Пиранделла Крюгер. Частная охрана. Что происходит, Миллер? Насчет Поупа. Выходит, у них был свой человек Роубер? В его окружении. Да. Ты была права на его счет. Я пытался найти ответы сам. Но почему Кейт? Им нужен был козел отпущения на роль убийцы Поупа. Нет времени объяснять. Возьми одну из этих раций и беги на крышу. Там они держат Кейт. Я свяжусь с тобой, когда будет безопасно. Я задержу их. На крышу! Скорее! Сейчас! Более 100 этажей жилых и коммерческих помещений, в том числе и офис мэра Каллагана. Шард открывается один из самых живописных видов на город. Помните, фотографировать этажей от 90 по 110 строго запрещено. Однако в нашем сувенирном магазине вы найдете прекрасные снимки городской панорамы, равно как и брелоки, футболки, а также легкие обезжиренные закуски и прохладительные напитки. Приказываю бросить оружие и оставаться на месте. Вы арестованы и предстанете перед судом. Спасибо за то, что вы с вами. Вижу тебя. Эта часть охраняет команда снайперов. Пробраться внутрь можно только с другой стороны. Осторожнее, Фейт. Поднимайся в серверную комнату, оттуда ты попадешь на самый верх, где держат Кейт. Черт, двери на крышу заперты. Раскурочите серверы. Скачок напряжения даст тебе достаточно времени, чтобы открыть дверь. Система, через которую ведется слежка за всем бордом, перед твоим носом, Кейт. Похоже, они отвели Кейт на крышу. Туда уже приближается вертолет. Ты должен поспешить. Что за... Миллер! Миллер!
Джек? Но ты не можешь. Ты же в курсе, как все обстоит. Можешь догадаться и о моей роли. Кто теперь всем заправляет? Скажем так, я знаю, кто самая крупная рыба. Каллаган. Почему мы? Мы никому не угрожали. Стандартный военный прием. Сначала перебить линии коммуникации, убить посланника. Без полпа и без бегущих ваши клиенты, те, кто так держится за старый город, будут отрезаны. Уязвим. И тогда город сможет очиститься от последних отбросов. Значит, это только начало. Хотя ты все равно проделала отличную работу, вытащив на свет дрожку полпа. Уже мертвых. Вот почему ты все еще жива. Нельзя прожить всю жизнь на грани, Фейт. Рано или поздно приходится прыгать.
человек погибло и десятки раненых в результате дерзкой террористической атаки на Шарт. По словам пресс-секретаря Каллагана, атака на Шарт привела к серии катастрофических сбоев в работе многочисленных публичных защитных систем не только Шарда, но и всего города. Подозреваемыми по этому делу числятся бывший офицер полиции Кейт Коннор и ее сестра Фейт Коннор. И хотя сумма урона все еще не обнародована, общество взбудоражено многочисленными вопросами, в частности, о роли так называемых «бегущих» в деле привнесения хаоса на улицы нашего города. Для усиления защиты улиц частное охранное агентство «Пиранделла Крюгер» выступит на борьбу с преступностью наряду с рядовыми полицейскими. Мэр города и представители ФК призывают горожан как можно реже пользоваться системами электронной почты и мобильными телефонами ввиду глобальной угрозы безопасности. Местонахождение подозреваемых все еще не установлено.